привет! Да? Мау? Мау? Давай, куда ты едешь? Скажи всем. Скажи телезрителям нашим. Вот, потягушечки. Вот, вот, привет, да, вам. И вот так я умею. Видите, что я умею? А еще Бусинка едет на дачу. Да, Глазастик? Скажи всем привет. Давай, ой, в клетке, ой, посмотри, вот, 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 что мы делаем, вот. Бусинка, Бусинка, скажи привет всем, вот она я. Вот так вот, скажи, родители пошли в глобус так долго, скажи, да? Я тут одна была, как дурочка была, да? Да, скажи, как дурочка одна, у нас машина вся забитая, потому что едем действительно на дачу, сумки, все. Бусинка, что такое? Папа вышел, да? Ой, ой, кто там? Да? Вот она какая я. Едем на дачу, радуемся. Папа у нас, он там вон курит. Да, ой-ой-ой, что такое? Мау, сейчас поедем, Мау. Мау, на, вот так. Мау. Сейчас, скажи, лафа будет, вся моя терраса, все две комнаты. Буду шнырять. Вот так вот, вот, вот что мы можем. Вот такие мы красивые бусинки. Ой, лопочка наша. Вот так вот. Ну, пока вам первый приветик, а потом еще дома будем снимать, да? Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены». И сегодня в нашей рубрике, в нашем плейлисте «Новый участок». Пополняем, так сказать, плейлист. Да, вчера вышло видео о домашних цветах, да. Были обзоры, было много всего. Не успела выложить девочкам, которые ждут вязания. Уехали мы, много дел было. Но я, когда приеду, обязательно в первую же очередь, наверное, все-таки выпущу вязание. Или я вязание выпущу, еще видео из первой части нашего отдыха на даче. Ну, как отдых. Ну, и отдых, и работа тоже. Обязательно будем все снимать. Повторюсь, что будет не одна часть, потому что в одной все мы не сможем. Будет баня, будем парник показывать новый, который нам пришел. Обязательно будем его показывать. На террасе развернем, как можем, насколько позволит место. Так что оставайтесь с нами, обязательно будет очень интересно. Всем привет, все, едем. Дорогие друзья, ветер, конечно, но если будет слышно, я снимаю кадр, приехали на дачу. Видите, у нас сколько там снега с теплицы, вот столько снега. А вот наш домик. Дело в том, что здесь, это северо-запад Подмосковья, здесь морозы никак, там в Москве там маленькие, здесь и 18, и возможно даже и 20 было, 16-15, вот такие морозы. Но и снег выпадал прилично, поэтому здесь холодно. Ветер такой, здесь у нас морозики бывают. Вот, тепличка наша. И Бусинка там в машине ждет нас. Так что чистит. Сейчас Артем почистит. Машину, конечно, мы ставим на родительский участок через дорогу, а не здесь. Так, земля, кучка земли. Здесь... Тёмочка, я не помню, песок тут есть у нас? Вообще-то а? Немного тут песка было, еще оставалось. Есть, наверное. Ничего, его весь положили в воду, в траншею. А, в траншею, как дренаж, представляете? 20, сколько у нас, 28 метров, да? Проводили воду от самого колодца. 86. 86 метров. И вот у нас дренаж, почти вся машина ушла песка вниз туда, прокладывали дренаж на трубы. Вот аж оттуда. 86, да. Далеко, но провели. Зато у нас центральная водичка. Канализация вон там, прям вот у нас сзади будет. Прям вот канализация близко. Центральная тоже. Так, иду, иду. Ой-ой-ой-ой-ой. Иду, иду, иду. Вот она моя любимая тепличка. Там парничок наш. Розы укрыты. Ой, ветер такой вообще. Холодный-холодный. Ну ладно. Сейчас до дома дочистим и потом покажу
У нас же включено отопление. Многие спрашивают, чем вы отапливаете. Хотя мы говорили, что у нас электрические обогреватели. Ну, такое отопление электрическое. Но сейчас покажем снова. Так, ну вот. Вот такую маленькую пока дорожку мы. Артём прям буквально почистил, чтобы пройти, потом почистим. Дальше. Прилично снега. Много очень. Вот парничок мой. Пленкой накроем весной. Да, ветер, очень сильный ветер. Так, тут розочки. Укрыты розочки. А? Открыто? Так, вот. Впереди наш домик. Так, ну-ка, Артём, давай отопление. Вот, пожалуйста, мы оставляем 14 градусов. Вот, видите, 15-14 оставляем. Вот такое у нас отопление. Ты включаешь сейчас? Вот. Вот такое отопление. Сейчас быстро это очень согреется. Здесь очень тепло и хорошо. Вон лук пророс. Да, ну да, тут темно. О, пирогошечки мои сладенькие, мои красотульки. Вот, смотрите, как хорошо. Прямо где-нигде. Вот, может быть, один он желтенький. Все отлично, как оставляла тут, так и есть. Вот. Вот такая скатерть у меня тут красивая. С петушками. Посудка, как я в прошлый раз оставила. Просто красота. Так что вот такое вот у нас отопление, дорогие друзья. Вот. И в спальне тоже. И на кухне тоже. Вот. Так, ну вот. Очень быстренько 19 градусов. Так что... Все отлично, отопление работает. Так, здесь мы включили на 17. Больше не надо, комната маленькая и уже жарко. Все, сейчас он будет держать температуру. Вот такие у нас обогреватели. И все прекрасно. Приезжаем, и у нас здесь моментально становится тепло. 14-15 мы оставляем. Вон Артём несет еще сумки. Вот из машины. А я тут немножечко прибралась, и бусинка вот тут вот у нас. Ну, в общем, потихонечку будем снимать много кадров. Будет у нас обязательно баня. Артёму я подарок сделала, обязательно снимем. Так, чем занимаемся мы? Тёма там собирается пить чай или кофе? Нет? Чай. Чай. Я только попила. Творожку поела. Сидим, Артём занимается светом. Будет свет проводить все тут. Рассчитывай, да, Тём? Или ты уже рассчитал? Ну, не все. Изучаю проблему. Да, на дворе уже ночь. Это разве проблема, Тём? Нет? Да нет, это фраза просто. А-а-а. И, девочки, ходили сегодня, ездили сегодня в Леруа по дороге. Вот в машине мы бусинку вам, я вам показывала. Заехали в Леруа. И уже будем ставить гарнитур. То есть у нас столешницы и уже будем ящики. С Артёмом подсчитываем. Шторы красивые я уже как бы наметила. Уже, можно сказать, заказала, но кое-что, какие-нибудь там поправки будем делать. И, естественно, как только потеплеет, растает, весна будет, говорят, ранняя, то у нас будет канализация. Артём будет делать канализацию. Вода у нас горячая есть. Центральная вода. Вот, так что вот такие планы. Там вот речки мы специально убрали, потому что ящики будем вешать. Вот, гарнитур, конечно, красивый. Спрашивали, каждый раз говорю об этом. Ну, просто новенький появляется, я понимаю. Вот фартух и столешница, это мы все в Леруа, девчонки, заказывали. Вот, и сам гарнитур тоже будет в Леруа. Вот, такие дела. А я тут занимаюсь вязанием. Все-таки, девочки, я надумала довязать свою кофточку. Посмотрела, так жалко распускать. Столько труда, столько вязала. А вяжу-то я лицевой. И в одну нить, девочки, я вяжу. Это одна ниточка, как бы вам поудобнее. Вот так или вот так вот вам удобнее. Увидеть.
В общем, тонкая нитка, это ализе. Я уже вам показывала эту пряжу, у меня и сиреневая такая кофточка есть вязаная. Но эту кофточку, спасибо огромной подписчице, я спрашивала, хотела сначала сделать короткий рукав, 3/4, чтобы был он. И вот здесь вот думала сделать резинку или просто связать. Ну, не резинку, а вот так вот закончить. И вот так вот, как на воротничке будет заворачиваться. Ну, как на том сиреневом с пайетками у меня. А сейчас я так вот подумала, девчульки, и спасибо, не помню, Марина, по-моему, зовут. Она мне сказала, что очень красиво будет смотреться, раз у вас уже есть такой один. Не распускайте, свяжите, пожалуйста, до конца, и чтобы здесь была резинка. И длинный рукав. Вот. Ну, про рукав я еще подумаю, но вот здесь точно я буду вязать внизу резинку, вот такую прям вот резинку, не сильно толстую, но и не сильно, ну, не сильно толстую, неправильно сказала, не сильно широкую, но и не сильно узкую, извиняюсь. Но здесь я так и оставлю, мне очень просто нравится, потом стираешь, и оно так немножечко, так чуть-чуть такая вот как бы косичка, разворот такой получается, очень удобно. Вот, такие дела. Дело в том, что когда постираешь вот эту кофту, потом можно будет носить и с рубашечкой внизу. Будет здорово. Потому что я на голое тело не хочу носить ее. Вот ту кофточку я одеваю на голое тело. Да, извиняюсь, конечно, за ногти. Скоро сделаю новенький. Так что вот так. Ну, вот так вот вечер коротаем. Завтра буду делать блины. Тоже вам покажу. В деле блинницу, которую купила, в прошлый раз показывала. Потом... Да, я еще купила, вам завтра покажу эту, как ее называют, доска разделочная, деревянная, классная такая, как в Икеа. У меня у свекрови за 2800, а в Икеа, а в Леруа за 883 я купила. Там очень много таких деревянных вещей. Кстати, вот я купила еще одну. Это под полотенце, тряпочки такие, да, а здесь вот под полотенце, ну, пока у меня там бумага стоит, просто полотенце здесь не оказалось, надо купить, не оказалось, вот, так что, вот такие покупки были, обязательно покажу вам, скорее бы уже ящики, чтобы отсюда вот все убрать, чтобы все было красиво. Кстати, вот моя пеларгошечка, дорогие друзья, девчульки, не вставая, даже вам покажу, видите, какая она классная. Это пеларгония королевская. Два вида у меня. Вот она такая красавица там. Опа, сейчас трясется рука. Вот такая она. Разрослась хорошо. Я думала, что все, она высохнет здесь, потому что мы не приезжали сюда. Два воскресенья подряд, да, Тём? Вроде да. 2 недели не приезжали. Дела были просто в городе. Гуська там спит. Потом покажу вам ее. Приехала, давай тут на террасе везде все нюхать, везде все трогать, везде залазить, все ей нужно. Интересно ей. Так что потом обязательно снимем обзор из текстильки. Пришел мне мой заказ. Вот сюда, вот на это кресло я такой хороший плед заказала, тоже покажу. Ну, в общем, встретимся завтра. А пока что, пока я буду вязать, я себе вот такой маркер всегда сдеваю. И потом я вижу, сколько я связала. Это очень интересно, и идут продвижения. Потому что, когда вяжете лицевой гладью, да, я люблю вот так вот тоненько, чтобы красиво вышла петля в петлю, то кажется, как будто очень долго вяжешь. Когда узоров, ты уже понимаешь по узорам, да, особенно араны, когда ты их закрепишь уже туда-сюда, это ты уже видишь, что да, продвинулась. А здесь сложно. И вот этот маркер, это как маячок продвижения моего вязания. Был вот здесь вот он. В прошлый раз, когда я приехала, вот так связала. И я здесь оставлю его, потому что скоро переезжать. Сегодня 16-е, да, Тём? По-моему, 16-е. А где-то с 15 по 20 мы будем сюда уже заезжать. Марта. Вот, так что... Не буду ничего домой. Там есть у меня что вязать. Немножечко
насчет руки, немножечко рука прошла, ну, иногда тоже болит, но я делаю упражнения. Кстати, вязание, вот это тоже небольшое упражнение, но только, главное, немного. Это тоже хорошо, девчонки, помогает. Я вот заметила. Сначала, когда воспалилась сильно, я не мучила, в покое ее держала. А теперь я могу вот вязать, и это тоже моторика, тоже какое-то упражнение, что-то такое. Стало лучше, и я сейчас буду уже, естественно, заниматься, снимать видео вам. Покажу вам завтра обязательно эту деревянную доску, где разделываешь тесто, и там прямо пельмешки можно лепить. У меня есть силиконовый коврик, не стала я сюда его везти, в квартире остался. Вот это вот ответ на то, что куда столько посуды. Туда-сюда возить, знаете, я уже устала. Поэтому стараюсь сюда тоже покупать, чтобы не таскать. Чтобы в квартире одна посуда была, а здесь другая. Чтобы не таскаться туда-сюда. А так как я блогер, снимаю видео, то, конечно, это все очень-очень нужно. Я не покупала ее, потому что она дорогая была. Я видела и в твоем доме, в Икеа вот видела ее. Еще где-то видела. Она везде. Где 2500, где 2800. А в твой дом вообще все 3 с лишним. Ну, там, конечно, все дорого. А тут я увидела, просто всем советую. Ну, ладно. Наверное, уже сегодня не подключусь. Нам спокойной ноченьки. Ну, не знаю, когда выйдет видео, не знаю, что вы будете делать. Но всего хорошего. До встречи завтра, в понедельник. Кто это натворил, а? Давай рассказывай, кто это натворил, вот. Кто? Давай. Ну-ка. Расскажи, вот, пожалуйста. Все, 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 все. Кто разбил такой красивый горшочек, а? Кто это сделал? Кто сделал, а? Ты, да? Буся? Твоя работа? Ты бессовестная, а? Ужасно бессовестная, с утра пораньше. Такие мне делаешь проблемы, да? И довольная, да? Что ты тут поработала, да? Вот так, да? Не раскидывай больше дальше уже. О, о! Ты бессовестная. Прячешься еще. Прячешься, да? Идет. Деловая. Поработала и пошла, да? Еще вот это разорви, да? А на улице, дорогие друзья, ужасный ветер. У нас очень погода просто. Ветрище. Вообще снег и ветрище. Ну, снег, ну, как бы это и был. Очень большой ветер вообще. Передают, правда, тепло. Плюс до плюс 6 в Москве. И даже по области у нас здесь тоже будет. Так, ну вот. Такое утро у нас на дворе. 10 часов, наверное, уже. Или полдесятого. Я вот услышала грохот и пришла. Да? Эй, чудо! Ну что ж, дорогие друзья, убрала я после этой нашей озорницы. Вот. Вот здесь у нас парник. Приготовила место, чтобы снять, показать вам. Снегиречек мой здесь. И еще, дорогие друзья, сейчас я вам покажу, что я еще купила. Оби, я потихонечку вам все показываю. Это, ой, не разбить бы, секундочку. Это вот таких вот, смотрите, каких замечательно красивых снегиречков. Вот так вот они у меня будут. Вот. Такие красавные. Придумаю я, куда их красиво поставить. И вот такая вот кормушечка. Вот она, дорогие друзья, красотулечка. Стоит 500 рублей. Это в Оби. Видите, кормушка. Можно водички сюда наливать, но лучше корм. И все птички будут приходить в сад к нам.
и насыщаться. Конечно же, я отсюда уберу, потому что бусинка сейчас все это скинет, все тут побьется. Они тут не очень хорошо у меня помещается, кроме как вот этого. Она никогда его не скидывала, но он хорошо. А это плохо здесь. И кормушка. Эти два красавчика. Просто прелесть. Может быть, вон туда вот так вот приделаю. В общем, посмотрим, как. Пока вот они у меня здесь. А здесь вот у меня чабрец. Вот он. Он у меня уже хорошо сейчас пойдет. Я пролью немножко. Вытащил свои фуксии. Лаванда. Все потихонечку будет, в общем, расти здесь. Вот. Потому что здесь тепло. Хочу еще хризантемы занести. В общем, одним словом, вот такая красота. Но пока, пока вот эти дружки будут там. А один вот такой замечательный пусть здесь будет. Вот, снегиречек. А эти ни в коем случае нельзя сюда. Она скидывает, Буся все скидывает. Все напрочь скидывает и разбивает все. Так, и еще обогревательная лента. Вот, приготовила я. Помните, мы с вами смотрели, Артем вам показывал. Ее можно и посушить, и сушить фрукты и овощи. В общем, видите, нагревать, ну, чтобы подогрев был. Одежду сушить, фрукты. В общем, и можно вот ее очень даже хорошо установить прямо над... Вот здесь вот будут растения, например, у вас стеллажи, и вы тоже можете повесить. Тоже она нам пригодится. Мы вам ее уже показывали, делали обзор. Потом, если вот получится, все установим хорошо, то вам сразу, ну, как бы это тоже покажу. На улице очень сильный холод. Очень сильный холод. Ветер, если вы посмотрите, стук такой. Вот видите, там у меня Азарина еще висит. Мы ее не сняли. Я всегда ее оставляю всю зиму. А потом хочу посмотреть здесь, насколько там у нее семена созрели, есть ли они. Я не смотрела осенью. Ну все, сейчас буду готовить блины. Сейчас еще вам покажу, что я еще купила.